Ну что там звонит? Тёма, холод собачий, Тёма. Тёма, коньяку хотя бы налей, позамерзаем, приехали. Так ты скажи, куда заходить-то? Что я вижу? Часы, скажи, часы. Часы. Алло. Холст. Ну, блин, телефон сел. Где вход? Ты знаешь, у меня дядя сидел, я знаю один секрет. Мы можем попасть через окно. О, чувак, погнали. Вот оно, пошли. Эй, чуваки, я вам расскажу, что такое жить в черном квартале. Жить в черном квартале – это быть постоянно мишенью. Не слушайте этого гопника, я вам расскажу, что такое жить в черном квартале. Да, друзья, вы правильно поняли, это не съемки фильма «Форсаж». Это рубрика «Бэкстейдж», с вами Рамаджан и Виктор Угрюмов. И мы находимся на съемках клипа Артема Пивоварова. Песня как называется? «Стихия». Но мы не с пустыми руками. Артем, тебе подарок? С тебя пиво, с нас рыба. Поехали. Итак, здравствуйте, друзья, с вами Рамаджан, и рядом со мной стоит легендарный Артем Пивоваров, самый хмельной исполнитель украинского шоу-бизнеса. Привет, чувак. Расскажи, знаем, что ты снимаешь сегодня очень интересный клип на композицию «Стихия». Расскажи немножко о песне. Песня – это новый мой сингл, он вышел буквально недавно, и сейчас буду говорить модные слова, «Tropic House». Это как Deep House, знаешь, только... Это вообще непонятно. Нам это абсолютно непонятно. Расскажи лучше, ну, расскажи о сюжете, о песне. Как ты пришел к этой песне? Что вот музыка, кто вдохновлял тебя? Очень интересно знать. Я считаю, знаешь, на самом деле сейчас буду давать серьезного парня, но не существует вдохновения. А-а-а. Ты просто садишься и делаешь, и все. Просто это должно быть изнутри, да? Да, ты должен просто качать. Качаешь, да, с рутрекера сэмплы. Скачаешь, да, режиссер твоего клипа. Леонид Колосовский. Да. Он очень дорогой режиссер. Как так получилось? Мы познакомились на автопати, одной из вечеринок, где мы, кстати, и с вами тоже познакомились. Hello. Is it me you're looking for? Ты худой, надо как бы поправляться, что ли. Вот ты. Ты знаешь мою бабушку, ты знаешь? Я и есть она. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Пожму вашу мужественную руку. Я безумно рад встрече с вами. Вы самый культовый, самый интересный и самый успешный клипмейкер, мне кажется, вот по моему мнению, и не только по моему мнению. Скажите, пожалуйста, громко. Как вам сотрудничать с Артемом Пивоваровым? Прекрасно, прекрасно, друзья. Это сотрудничество плодотворное, интересное, взаимное. Между прочим, тружусь не только я, но и он, как артист, как организатор. Поэтому в целом только позитив. Замечательный клип «Имя 505» группы «Время стекло» набрало около 60 миллионов просмотров. Как вы думаете, переплюнет ли следующая ваша работа эту цифру? Я бы сказал, не около, а больше 60. Больше, да. Да, уже больше 60 миллионов. Будем надеяться, мы все для этого делаем. Мы стараемся быть честными перед самими собой. А когда мы делаем так, то получается больше 60 миллионов просмотров. А вы не боитесь Потапа? Все-таки 2 метра, здоровый такой дядька. Да, а вдруг он случае. Это все? Нет, нет, мы дружим и никогда, никогда друг друга не боимся и даже не собираемся. Вот, смотрите. Это привидение. Каспер пиарится, да. Леонид, я знаю, что вы любите хорошую музыку и готовы пойти всегда навстречу молодым исполнителям, если вам нравится продукт, и снять видеоработу абсолютно бесплатно. Это правда? Это кто вам такое вообще сказал? Ну, я сам себе придумал, поэтому вы спрашиваете, Леонид, скажите, что это правда. Нет, это злые языки. Ты знаешь, здесь очень странно. Ты чувствуешь эту атмосферу? Кажется, что здесь что-то происходит неладно. Здесь какой-то густой воздух. Артем, я знаю, что у тебя есть дети, и совсем пару лет назад, вот буквально 2 годика назад, ты выступал в одном из харьковских клубов и познакомился с девчонкой. А что ты так улыбаешься? Ты не знал о существовании своих детей? Наверное, нет, чувак. Чувак, тебе не стыдно? Она мне передала, блин, записку, блин. На, возьми вот и прочитай, пожалуйста, сейчас. Я вслух должен. Привет, Артем, у нас с тобою родился сын. 300 килограмм пивова. Арсен! Артемович! Арсену не хватает отца, вернись домой, мы с
скучаем, твоя Лена. Арсен Артемович, это настолько невозможно просто выговорить. Мама Лена, сын Арсен, жди, папа скоро вернется домой. Ну а это была рубрика «Бэкстейдж». С вами Витя и Рома, и мы были на съемках клипа Артема Пивоварова на песню «Стихия». Дорогие селебрити, бойтесь нас, потому что никто не знает, когда мы придем к вам на съемки и съедим ваш кеттеринг. Но пока Артем снимает клип, нам остается только смотреть в окно.